Привет, друзья! Вы на канале sebdroid.ru. Сегодня я расскажу вам о 10 лучших Android-приложениях за сентябрь 2019 года номер 2. Но перед тем, как мы начнем, подпишись на канал и нажми на колокольчик. Приятного просмотра! Это красивое, наглядное и простое в использовании средство напоминание о приеме таблеток и приложение для управления приемом лекарств. Оно поможет вам принимать лекарства вовремя и безопасно. Оно также позволит вам помочь членам вашей семьи с приемом таблеток. Предоставляет вам легкий и быстрый способ находить и скачивать платные приложения, игры, обои и наборы значков, доступные бесплатно в течение ограниченного периода времени. Проанализируйте работу с помощью расширенных настроек фильтров, и вы будете видеть только те типы приложений, которые вас интересуют. Медиаграб позволяет просмотреть и скачать понравившиеся фото из таких социальных сетей, как ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер и другие. Особенности программы. Нет необходимости авторизироваться. Загрузка изображений без регистрации в соцсети, мгновенный доступ к альбомам друзей, хорошее качество фотографий при максимальном разрешении, возможность добавлять пользователей и группы для просмотра новых снимков и сохранение изображений в папке на вашем устройстве. Это профессиональный видеоредактор. Создавайте видеоистории с использованием многослойной временной шкалы и высококачественных функций редактирования. Редактируйте видео для YouTube и Instagram, вырезая или комбинируя клипы с удивительными стикерами и фильтрами. Отложите другие видеоредакторы, чтобы начать создавать, микшировать, объединять и делиться потрясающими видео с помощью наиболее полного видеоредактора. Мобильная версия популярного десктопного браузера, который предлагает ряд уникальных функций, а также включает шифрованную синхронизацию паролей, закладок, заметок, открытых вкладок и многое другое. Присутствует возможность размещать любимые сайты на экспресс-панели для быстрого запуска, делать скриншоты всей веб-страницы, создавать заметки во время работы, быстро находить открытые или недавно закрытые вкладки, а также открытые вкладки на другом устройстве. Это один из самых быстрых и удобных браузеров. Обещаю, вам понравится. Забавное приложение, которое отлично подойдет тем, кто учится или часто работает с документами. С его помощью вы сможете сделать фотографию текста, а также распознать его. Все, что для этого нужно, это наличие камеры на смартфоне. После того, как вы загрузили фотографию, запускайте функцию распознавания, и это приложение автоматически начинает делать из-за обычного фото электронный вариант текста. Это как персональный сканер, только более компактный и всегда под рукой. Идеальная замена для старой концепции организации приложений на вашем мобильном устройстве. С данной программой вы сможете получить доступ к любому приложению на вашем телефоне с помощью всего одного прикосновения. Когда-нибудь был момент, что вы хотели, чтобы дисплей вашего телефона не загорелся? Или, например, чтобы вызов не прошел? Функция FlipTouch использует датчики вашего телефона, чтобы перевести его в режим «не беспокоить», когда вы этого хотите. Все, что вам нужно сделать, просто перевернуть телефон вверх ногами, затем устройство перейдет в режим без звука, чтобы вы могли уделить все внимание происходящему. Настраиваем приложение для обоев и фона, созданное для предоставления нового опыта в использовании мобильных обоев. CRISPR предоставляет вам настраиваемые 2D иллюстрации, а также настраиваемые обои разного качества для использования в качестве фонового рисунка или ресурсов для ваших проектов. CRISPR предоставляет вам инструмент для редактирования изображений с помощью встроенных редакторов. Вы также можете точно настроить изображение обоев по своему вкусу с помощью параметров редактирования, таких как яркость, контрастность, обрезка, размытие и многое другое. Только вы решаете, что вы хотите видеть на своем рабочем столе.
Инновационное приложение, использующее дополненную реальность AR для быстрого измерения комнаты. Технология дополненной реальности AR позволяет использовать виртуальную линейку вместо обычной измерительной ленты рулетки, делая процесс измерения и составления 3D-плана помещения намного более удобным и быстрым. AR-план 3D-линейка позволяет измерить периметр и высоту помещения в различных единицах измерения, измерить окна и двери, автоматически посчитать периметр, площадь пола и площадь стен и другие параметры помещения, что может быть полезным для оценки количества строительных материалов и многое другое. Друзья, а чтобы и дальше не пропускать наши видео, обязательно нажмите на кнопку подписаться и прожмите этот великолепный колокольчик. Так вы всегда будете в курсе последних новинок, гаджетов, приложений и игр. Ну и не забывайте про наш интернет-магазин sibdroid.ru. Здесь вы найдете последние новинки смартфонов и многое другое. А в описании есть промокод, который дает скидку при покупке смартфона. Ну а для вас этот топ подготовил я, Игорь, и интернет-магазин sibdroid.ru. До скорых встреч!